В Гусь-Хрустальном 22-летний закладчик попался патрульным полицейским. Правоохранители обратили внимание на подозрительного молодого человека. Заметив их, парень попытался скрыться, но не вышло. При досмотре в его рюкзаке нашли свертки с неизвестным содержимым. В телефоне правоохранители обнаружили фотографии координат тайников с наркотиками. Из 11 организованных им тайников оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли обмотанные цветным скотчем свертки с порошкообразным содержимым. Всего молодой человек планировал сделать порядка 80 таких закладок. Изъятые вещество было направлено на исследование. Экспертным заключением подтверждено, что в свертках находилось в общей сложности более 40 граммов героина и наркотическое средство мефедрон массой 23 грамма. На подозреваемого возбудили уголовное дело. Он находится под стражей.